Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот фруктовую осьминожку, фрутоняня, яблоко и малина. Новинка. 12 месяцев плюс. То есть, ну, для детей уже от года. Только натуральные фрукты, без добавок, без добавления сахара. Так. Состав. Так, состав, пожалуйста. Пюре из яблок, цитрусовый сок, тра-та-та, пюре малины, сок рябины черноплодный, концентрат, агент, пектин какой-то, пищевое волокно, без добавления сахара. Содержащий сахара природного, там чего-то там. Вот. Тем не менее, нам подарили его от ребенка, у которого диатез появился. Из-за этих вот штучек. У моего ребенка нету, но что-то там на щечках чуть-чуть проявлялось. Ну, как-то так. Честно говоря, я не покупаю такое своему ребенку. Гораздо лучше, я считаю, если ребенку дать поесть натуральный продукт, то есть это чернослив, курага, в виде сладости у него мед. Ложка меда каждый день. Она выглядит, знаете, уже сразу пошел аромат малины. Тут что у нас получается? Яблоко и малину. Малина прям вообще отдает. По фотографии, в принципе, похож. Тут немножко светлее, тут темнее. Действительно похож на осьминожку. Хотя, честно говоря, мне казалось, что еще будет голова все-таки. Вот, было бы, конечно, поинтересней, когда показываешь ребенку. Так, здесь у нас 6 полосочек маленьких. Кстати, сколько у нас грамм? Грамм тут, наверное, не написано, небось. Ну, граммы здесь, конечно. А, нет, подожди, не 70. Короче, не знаю. Сейчас это долго разбираться. Не знаю, сколько там грамм. Ну, грамм, наверное, 10 сколько. Вниз тоже тут грамм. Так вот она блестит. Так она отделяется. По штучке. Ну, из мясорубки, например, такие, мне кажется, вылазят. Вот, ломаются. Ломаются. Нет, не особо ломаются. И давайте я ее попробую. Так, сейчас я еще. А, вот она. Нажимается, то есть она мягкая. Попробовала, я съела целую полосочку, потому что не сразу почувствуешь вкус. Честно. Я счастлива, что не покупаю эту гадость своему ребенку. Потому что она жутко кислая. Она реально жутко кислая и сладкая. Но кислинки здесь гораздо больше. Сладкость как бы чувствуется, но она кислая. Это нереально. Она прилипает к зубам довольно так. Это. У меня уже ребенок ее ел на самом деле. Нам подарили 3 штучки такие на одну, вот я все-таки решила сделать обзор. Вот, она прилипает к зубам, и ребенку это не очень понравилось. И как-то он пытается что-то с этим сделать, как и риска какая-то. Что-то, не знаю. А вкус малины и яблока. Яблоко вообще не почувствовала. Яблоко, наверное, там, скорее всего, типа пюре, а вкус, наверное, добавили малины. Какой-нибудь там химии. Потому что и запах здесь малины присутствует. А вкус тоже там малины. Яблоко там и не чувствуется. Честно, буду ли я покупать еще такое ребенку? Нет. Я очень счастлива, что я все-таки не покупаю. Потому что я считаю, если
какую-то вкусняшку возможно сделать самим дома, то я ее делаю. Начиная там от печенья, например, вот мне проще сделать самой, потому что я знаю, что она натуральная, что я сделала, что там нет никаких Е-добавок там и всего подобного. Вот, ну, и только там, если масло. Вот. И, блин, такое. Вы можете дома сделать такую же пастилу, например, из пюре, там, не знаю, летом. Можно с вами будет, кстати, попробовать сделать, когда будут у нас фрукты. Если вам это интересно, напишите в комментариях. Или давайте, если наберет этот ролик 20 лайков, тогда сделаем с вами пастилу. Вот, либо, я не знаю, я покупаю курага, там вот, чернослив, сухофрукты, да, там, ну, разные есть. Они, по крайней мере, не кислые, то есть они нормального вкуса, и не сладкие, то есть они просто засушенные. Сама я также сушу. В прошлом году сушила абрикос. Обалденный он, просто, просто бесподобный. Он свой домашний абрикос, он бесподобный. Очень вкусный. То есть, не знаю, честно, не советую вам покупать. Ну, не знаю, конечно, как сами там вы хотите, но она кислая. Я не знаю, почему она кислая. И, конечно, она сладкая. Сахар, конечно же, там присутствует. Ну, блин, я не знаю, малины у нас не кислые вроде. Яблоки не кислые. Ощущение, как будто это лимон с малиной сделан. Правда. Вот. Такое вот у нас с вами обзор произошел. Надеюсь, что он вам был полезен, что он пригодился вам. Ну, кстати, послевкусие малины остается. Но эта кислота, вот честно, меня даже вот не тянет. Я не знаю, как будет мой ребенок есть ее завтра, но ему тоже это не понравилось, конечно. Гораздо больше он любит мед и сухофрукты просто, чем вот это вот. В конце концов, мне кажется, можно даже сухофрукты перемолоть и сделать что-то даже такое вот подобное. Можно, если у вас ребенок маленький, можно сварить эти сухофрукты, перемолоть, какую-то кашицу сделать там, я не знаю, можно что-то придумать. Но мне кажется, ну не это говно покупать. Редкостная гадость. Сколько я уже делала обзоров, но не знаю, это, по-моему, первый такой обзор, который я недовольна прям конкретно. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Да, 20 лайков набираем и делаем с вами пастилу дома. Не забывайте. Жду ваших лайков. Стараюсь для вас. Всем пока-пока. С вами был канал ArtMania.